Ну что ж, друзья, мы возвращаемся на помост польского города Вроцлава, где наблюдаем за соревнованиями мужчин весовой категории до 94 килограммов. Первый выход на помост Рамазана Расулова из России. Не самым лучшим образом выступил Рамазан Расулов в рывке, всего лишь 171 килограмм первой попытки. И толчок начинается с веса 205. Ой, поехала нога у Рамазана Расулова. Неоднократно мы наблюдали, как на этом помосте едут ноги. И неудачная попытка совсем не кстати. Да, что это такое? Ну вот в очередной раз задумываемся, как организаторы тестируют обувь, в которой выступают спортсмены. Александр Венков. Так, смотрим. Да, ну, нога просто проскользила. Это должны давать еще одну попытку. Здесь явно не техническая неточность. Это то же самое, как...